Указ о назначении на должность новых руководителей двух территориальных органов подписал президент страны Владимир Путин. Начальником управления МВД России по Севастополю стал Сергей Сигунов, по Магаданской области – Дмитрий Князев. Дмитрий Геннадьевич после окончания ведомственного вуза служил в Калининградской области, при этом порядка 10 лет в уголовном розыске. Работал по линии борьбы с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Впоследствии возглавлял ряд межмуниципальных отделов МВД России. Курировал вопросы охраны общественного порядка в областном управлении. С октября прошлого года был заместителем начальника территориального органа на региональном уровне. Владимир Колокольцев отметил, что Дмитрий Князев обладает достаточным потенциалом для эффективной работы на более ответственном участке и пожелал удачи в службе на благо страны. В свою очередь, новый начальник регионального управления МВД поблагодарил его за оказанное доверие. Мы вместе с личным составом, уверенного мне управления, примем все меры, направленные на выполнение задач, которые стоят перед органами внутренних дел со стороны президента, правительства страны и вас лично. Несомненно, что вся работа будет построена при тесном взаимодействии с правоохранительными органами и органами местного самоуправления в регионе. Еще раз выражаю вам слова благодарности за оказанное доверие.